немножечко хотим сменить, опять же, репертуар. И почему не спеть романс? Рудольф, как вы относитесь к романсу? Я думаю, что романс сейчас как раз подойдет, тем более, что эта вещь тоже была в репертуаре Аркадия Михайловича Звездина, как мы его знаем, Северного, и он тоже ее пел, надеюсь. О, интересно, я не слышал. Я слышал о исполнении такой цыганской певицы Лидии Гулеско Парижской. Да, ну... Надо будет пошерстить архивы. Пошерсти. А, это очень красивый цыганский романс. В тот день, когда в саду цвели розы. Когда в саду вели розы, в моей душе цвела сирень, желтели листья, падали с березы. Но полон был тогда я ласкою твоей, но полон был тогда твоей. Теперь весна прекрасная, как сказка, и те же розы.